нельзя в храм вносить свою, так сказать, какой-то огонь, так как в храме, ну, например, вот в нашем храме огонь, от которого зажигаются лампады, свечи, он привезен с Пасхи, с схождения благодатного огня на гробе Господнем. Я знаю, во многих храмах именно так и происходит. И, конечно же, человек, который сам, так сказать, дерзает зажигать огонь в храме, он может быть, ну, так сказать, отвергнут Господом этот дар, потому что без благословения священнического, ну, нельзя ничего в храме делать самовольно. То есть это своеволие. Только священник, если благословит, тогда это возможно. А так вот прийти, ну, если я приду к вам в дом и начну там что-то зажигать, что-то там переставлять, вы, ну, по меньшей мере, удивитесь, потом спросите, а ты кто вообще, и на каком основании ты тут хозяйничаешь? То же самое и в храме Божьем. Должны быть, ну, поддерживаемы те традиции, которые испокон веков идут. Здесь надо просто по благословению. Если, ну, нет чего зажечь, ну, попросите у кого-то в храме, в любом случае кто-то находится, как можно зажечь. Вам подскажут.